Пожар, произошедший сегодня утром в 16-этажном здании в Баку, локализован. Согласно последним данным, число жертв пожара достигло 16 человек. Еще 75 пострадали. Пожар начался примерно в 11:15 по местному времени и был локализован в 13:50, сообщили в МЧС Азербайджана. В здании сохраняется сильное задымление. Для расследования причин пожара сформирована совместная следственная группа из числа представителей МВД, МЧС и Генеральной прокуратуры, сообщил генпрокурор Азербайджана Закир Гаралов. По его словам, пострадавшие есть и среди пожарных.